Владимир Винокуров. Не, ну, я вообще балдею. Вчера сижу на работе, заходит наша директриса. Миша, козлы пришли, иди фотографируй. Я иду и фотографирую козлов. Я, кстати, в ЗАГСе фотографом работаю. Региночка, вы не обижайтесь, если что-то нужно, бесплатно для вас лично. Остальные подождут. Представляете, вот таких козлов, какие приходят в ЗАГС, еще поискать надо. Не, ну так посмотришь, ну нормальные люди, но... А пришел в ЗАГС, его как подменили, понимаешь? Слышь, товарищ фотограф, сделайте, чтобы я была красивой. Я говорю, деточка, вы себя в зеркало видели? Тут же все сносить надо. Как сказал мой знакомый хирург, вам обойдется дешевле пришить хвост. Что вы думаете? Она написала жалобу. Нет. И главное, не на своих маму с папой, а на Мишу. Нет, но вы понимаете эту наглость? Это безумие, с кем я общаюсь. Я интеллигентный человек. Я в 5-м поколении уже с фотоаппаратом. А вот эти мужики, которые в ЗАГСе, что вытворяют? Видишь, я весь седой. Это вот после того случая, молодые только начали целоваться. Я смотрю, жених уже в одних носках. Я говорю, сынок, это что, прямо в ЗАГСе? Я такую порнуху еще ни разу не снимал. Что-то... Он говорит, дяденька, она сказала только после свадьбы. Я еле дотерпел роспись. Слышите? Знаете, мне не нужна вот эта благодарность. Мне нужно, чтобы вы поняли, потому что вот что в прошлую субботу, что было? Директриса говорит, объявляю вас мужем и женой. Жених как заорет. Как мужем, как женой? Зина, ты же сказала, это мы в кино будем снимать. И оба в обморок. А я, главное, я делаю им искусственное дыхание. Ну, естественно, с кого я начал? Не с жениха, я. Там такие просторы у этой невесты. Пока директриса бегала звонить в скорую помощь, я вам скажу откровенно. Этот парень первую брачную ночь с ней не переживет. Слава Богу, у Миши еще есть пленка в фотоаппарат. Не, я не за этим. Мне что, нужно вот это, чтобы вы реагировали? Я вам правду говорю. Я недавно снимал свадьбу Анжелы. Анжела меня приглашает снимать все ее свадьбы. Да, 75-го года. Я вам скажу, она живет со скоростью 4 мужа в год. Ну, не считая чужих, конечно. Наши в космос летают значительно реже. После свадьбы, вот недавно, она посмотрела на фотографии и говорит, Миша, что такое? У тебя всегда был вкус. В 75-м ты меня так фотографировал, куда ты смотришь на фото, от красоты резала глаз. А теперь я сама себя не узнаю, Миша, слезы. Я говорю, Анжела, носите очки. Мужики подумают, что вы хотя бы умные. Я вам честно скажу, ну так, между нами, потому что, ну это в прессе кто будет говорить. Я себя сравниваю. Я говорю, что самая нервная работа у нас в стране, это у фотографа и у президента. Да, от нас, от обоих, все хотят получше. Но мы-то видим, что имеем. Нет, вот заменить можно жениха.
заменить можно невесту, а вот фотографа в ЗАГСе заменить невозможно. Половина счастья молодых – это мастерство фотографа. Особенно, если у него есть вкус. И когда я слышу эти вот разговоры, красивая жена, некрасивая жена, я всегда смеюсь и говорю: мальчики, все зависит от того, как Миша поставит свет. Я недавно ставил свет одной даме. О, я вам скажу, все в ней говорило: да, Миша, да. Руки, губы, глаза: да, Миша, да. 3 часа все говорило: да, да. Я не к этому, знаете, женщины, вы меня слушаете молча. Знаете, конечно, есть еще пленка в фотоаппарате у Миши. Она говорила: да, да, потом пришел муж и сказал: нет. И главный идиот, черт с ними, с зубами, а он мне чуть не угробил мой хлеб. Фотоаппарат он мне от прадедушки достал. Не, я балдею от них. Знаете, когда эти, простите меня, эти козлы приходят регистрировать детей. Вы не слышали? Говорит, Наташа, он ей говорит: Наташа, у меня сомнения. Мне кажется, что Коля не мой сын. Она ему говорит: Дима, как это только могло прийти тебе в голову? Как раз Коля-то от тебя. Нет, как раз вот многие из тех, кто приходит в ЗАГС, становятся моими друзьями. Я вам так скажу. Миша еще пользуется успехом. Есть еще пленка в фотоаппарате. Один молодожен, ну почти мальчик, где-то моих лет, он подарил мне рецепт замечательного коктейля. Называется «Мона Лиза». Записывайте. Смотрите. 3 стакана водки даме быстро. И загадочная улыбка уже никогда не сойдет с ее лица. И что характерно, после этого коктейля любая Лиза ответит вам: Мона. А ходить в ЗАГС обязательно нуна. Потому что счастье начинается именно здесь. Потому что все, что было до этого, это так. Пробные фотографии. И потом в ЗАГСе вас, кроме счастья, ждет Миша с фотоаппаратом. Девушки, запомните, хоть вы и красивые, но Миша сделает вас еще лучше. Потому что у Миши есть вкус и есть еще пленка в моем фотоаппарате.